Так, всем привет. Так, что взяла сегодня в этот поход? Итак, свои налобный фонарик. Так, лопатка для рыбания снега под кусты. Так, нож свой алчевский там у меня есть. Что-то делаю заготовки. Так, мой походный набор. Я стянула и вот такая рыбания. Чтобы разжечь огонь. Так, и плюс. Нет, я не собирала здесь спички. Так, а плюс еще. Плюс вот тормоз. 0,5, как всегда. Вот. И вот такая вода у меня здесь. Здесь литровая бутылочка от Militec, от набора Militec. Так, так что вот такой. Так, плюс еще нож и мыло. Вот охотничий. Вот, испанский мыло. Свой походный набор у меня там обзорчик есть у него. Так, это плюс еще один набор. Мой нос. Все есть. Сумочку мне сделаю. У меня обновленный там. И аптечка. И плюс там. Такая мучелка для розжига. Так, ну что, уже догоняет. Сейчас буду делать. Сейчас чаек, сейчас подключусь потом. Так, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока-пока. А с вами была Багира. До новых встреч, до новых видео.